Вернуться в детство и души попрыгать на батуте. Хоть раз об этом мечтает каждый взрослый. Те, кто откликнулись на призыв молодежной организации в СМПО и стали участниками игры «Реактивный квартет», получили такую возможность. Ее оценили 27 команд предприятия. Наша корпорация уделяет большое и важное значение здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. Вы все это прекрасно знаете и чувствуете. И вот мы с коллегами придумали для вас новую форму этой работы, для того, чтобы все больше наших сотрудников, членов их семей вовлекались в здоровый образ жизни. Проводя разноплановые мероприятия, корпоративный отдел СМПО продолжает искать новые формы, чтобы удивить и заинтересовать сотрудников. Реактивный квартет. Почему реактивный? Потому что есть замечательное сочетание «ти». А почему квартет? Потому что команда из 4 человек. И все должно быть быстро, энергично, азартно. Но в то же время оно и развлекательного плана. Поэтому такой формат, который интересный, яркий, позитивный и креативный. Креативить начали с первых же минут. Название команды и представление дали понять, участники настроены на позитив. Свою лепту внесла и погода. Дождь превратил и так непростую полосу препятствий в настоящий экстрим. Да и остальные 7 этапов дались непросто. 3 часа экстремально-интеллектуальных соревнований доставили море положительных эмоций. Успешнее всех лидировала в ноу-хау под названием «Реактивный квартет» команда «Тирус Баскет». Капитаном, который быстрее всех покорил вершину надувного скалодрома, стал Сергей Черемных из команды «32 Норма».